Всем привет! Вы на канале ТипТоп и с вами несменный ведущий Максим. Сегодня я вам покажу, как заменить самостоятельно ремень в стиральной машинке. У меня машинка стиральная Whirlpool AWT2290 с вертикальной загрузкой. Поэтому ремень у меня находится сбоку от стиральной машинки. А если точнее, ремень находится с правой стороны, если смотреть. Фронтально, с правой стороны. Надо снять крышку. Если это будет стиральная машинка с лицевой загрузкой, то, скорее всего, ваша стенка будет сниматься в этом месте, в задней части стенки или панели, как правильно называть. В общем, у меня она находится сбоку. Загвоздка первая произошла в том, что, я не знаю, где произведена эта машинка стиральная, все болты были разные. Например, понадобилась сначала отвертка плоская, затем снежинка. Причем, обратите внимание, можно, конечно, ее открутить и пассатижами. И еще была снежинка, сейчас покажу, необычно плоская снежинка. Если у вас будут пассатижи, то вы и не будут снежинки, то вы не сможете так просто раскрутить. У вас фокусируется. Скорее всего, это, наверное, иностранцы делают для своих жителей, которые криворукие, чтобы они туда не лезли в стиральную машину. Но мы не криворукие, мы самостоятельно можем поменять. В общем, раскрутив все болтики, я снял боковую стенку. Здесь, конечно же, когда я раскрутил, обнаружил ремень, он был порван. А как произошло разрыв, это, скорее всего, машинка. Я в интернете почитал, если есть вот такой вот загиб, остался после того, как ремень порвался, это, скорее всего, машинка была перегружена. И эта машинка, да, действительно была перегружена. Поэтому я поехал и купил новый ремень. А для того, чтобы купить новый ремень, вам сначала нужно посмотреть его оригинальный номер, чтобы найти соответствующий ремень. У меня ремень вот с такими вот канавками, сейчас фокусирую. Вот 5 канавок у меня и шкив. Это вот внизу шкив от мотора, тоже с канавками. Шкив наверху, на который будет одеваться ремень, без канавок, он совершенно гладкий. Это, конечно, меня немного удивило. Ну ладно, производителю видней. Так, хотел показать номер, как выглядит на ремне. Сейчас сфокусируем, приблизим. Сейчас на свет подойду, чтобы лучше было видно. Вот, 1197 GMA. Как сказали мне продавцы, 11,97 это длина этого ремня, до которой он может растягиваться. То есть 1 метр 197 сантиметров выходит, если я не ошибаюсь. Фирма Hutchinson и его артикул 4619, ну и тому подобное. Если вы захотите поменять ремень, то вы будете знать, куда смотреть и где искать такую маркировку. Ремень обязательно должен быть аналогично, иначе другой может не подойти. Ну или, скорее всего, наверное, будете консультироваться с продавцами. Я поехал, купил ремень. Немецкий ремень мне посоветовали. Точно такой же. Единственное, что мне сказали, он немного мягче, но это лучше. Он более эластичный. Не китаец. 100%. Объяснили, что нужно одеть вначале на нижний шкив мотора, а затем как цепь, как одевают цепь на велосипед, одеть, поддерживая двумя руками. Сейчас будем пробовать. Я мне сначала предупредили, что будет чуть-чуть первый раз сложновато одеть, так как он не растянут ремень, поэтому можно приложить усилия и не бояться этого.
попробуем. Так, вначале я ремень одеваю на ниженьки. Я думаю, не надо сильно краю близко подсоединять. Посерединке. Натягиваем. Взяли ремень, натянули. Одеваем на верхний шкив. Придерживаем слева одной рукой, левой, справа правой. И с усилием начинаем одевать. Меня предупреждали, что будет по чуть-чуть натягиваться, поэтому нужно придерживать его. Ну, в принципе, не делся. Теперь стоит его, наверное, немного поправить, чтобы он не съехал. Буду одевать ремень так, как и было до этого одето. Здесь выработка была ближе к стенке барабана. Наверное, это правильно, а может и нет. Можно и посередине, наверное, зафиксировать чуть-чуть. Чуть-чуть пальцами потянул, и он чуть-чуть съезжает. Так, попробуем настроить. Пару витков сделаю. Немного съезжает. Значит, чуть-чуть поправим. Где у нас вот такой вот натяжитель идет. Здесь можно рукой на себя чуть-чуть потянуть. И он будет становиться так, как вам нужно. Ближе к этому краю или к тому. Да? Я не мастер, но как-то отрегулировать. Становится так, как ему нужно, по мере вращения барабана. Первым блинком. Но в следующий раз могу быстро, наверное, поменять ремень. В принципе, здесь ничего сложного нет. Чтобы не вызывать на дом мастера, не платить ему баснословные деньги. Ну, не баснословные, но сэкономить копеечку можно. Мне этот ремень обошелся в $10. Ну и, собственно говоря, 2 часа времени с поездкой и замена, наверное, так будет и все. Ну и плюс 1 час, когда я ковырялся и искал причину, почему барабан не крутится. Мотор жужжал, а барабан не крутился. Разобрав машину, я увидел порванный ремень. Так, ну вроде бы все. Буду собирать и проверять, работает ли машина. Надеюсь, эта информация была для вас полезна, если вы будете менять ремень в стиральной машинке. Ну, а если нет, эта информация, возможно, будет для вас интересна. Всем до скорых встреч и пока!